Добрый день, дорогие друзья, зрители и слушатели канала iNews, Ичкерия News. В эфире вестник Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия. В Киеве, в офисе представительства Чеченской Республики Ичкерия в Украине, состоялось заседание Государственного комитета деоккупации Чеченской Республики Ичкерия. Был принят ряд постановлений. Постановление номер 67 от 11 сентября 2024 года. В соответствии с положением о дипломатических представительствах за рубежом, руководствуясь статьями 79, 80, 81 Конституции Чеченской Республики Ичкерия, Кабинет министров Чеченской Республики Ичкерия постановляет: первое. Освободить Юрия Шулипу от обязанностей почетного консула Чеченской Республики Ичкерия в Украине в связи с переездом в другую страну. Второе. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра иностранных дел Чеченской Республики Ичкерия Инала Шерипа. Третье. Постановление вступает в силу со дня его подписания. Председатель Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев. We'll be right back.